В регионе учрежден знак «Белгородское качество». Со следующего года им будут отмечать лучшие организации и предприятия. Такое признание станет своеобразным коммерческим преимуществом перед конкурентами и позволит потребителям выбрать качественные товары и услуги. Об этом сегодня говорили на форуме в Белэкспоцентре. Какие еще темы вынесли на повестку дня, расскажет Диана Калединова. Знак «Белгородское качество» должен стать своеобразным региональным брендом. Однако заработать такое признание будет нелегко. Заявки пройдут серьезную оценку экспертных комиссий. Критерии, как и сам проект, пока находятся в стадии разработки. Этот знак, который будет иметь свои очертания, свое описание и так далее, будет являться вот тем, еще раз говорю, коммерческим преимуществом одного предприятия по отношению к другому. И когда потребитель делает выбор в пользу чего-то, он обязательно должен учитывать и этот фактор. Форум собрал представителей Департамента экономического развития области, горадминистрации, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Управления ветеринарии, руководителей организаций и предприятий. Каждое ведомство подвело итоги по выявлению и исследованиям фальсифицированной и контрафактной продукции на территории региона. За истекший период года у нас проведено более 3000 исследований проб пищевых продуктов. И 3% образцов не соответствовали установленным требованиям. При этом 0,5%, то есть менее 1%, несоответствия являлись по санитарно-химическим показателям. В основном это обнаружение нитратов в плод овощной продукции. И где-то 4,6% у нас несоответствия шли по микробиологическим показателям. Благодаря системной работе с начала года не допущено к обороту более 370 тонн фальсифицированной продукции. Специалисты предупреждают, что даже за популярным брендом может скрываться подделка. Нас как потребителей всех должна очень беспокоить, значит, и требовать у продавцов документы на эту продукцию. Нельзя верить голословно о том, что продается это все под брендом каким-то. А то, что лежит без маркировки, без этикеток, это все будем сразу должно вызывать подозрения об незаконном ввозе на территорию Российской Федерации и должна пресекаться. Завершая работу форума, участники единогласно поддержали предложение губернатора Евгения Савченко об объявлении грядущего 2017-го годом качества в Белгородской области. Диана Калединова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.